Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Вот хочу такую красавицу вам показать. Новая красавица в моей коллекции. Леонтинка. Белоснежная. Яркая красотка. Очень симпатичная. Я даже не знаю, почему я раньше их не рассматривала. А на фоне моего открытого окна балкона она смотрится прекрасно. Наконец-то оживает зелень за окном, щебечут птички. Природа становится красивее. Небо, правда, хмурое сегодня очень, но ничего. Мне очень понравилась эта леонтинка из-за своей красивой губы. Именно из-за вот этих вот красивых крапушек, которые подчеркивают ее губу симпатичную. Вот так более четко видно окрас этой принцессы. Очень красивый цветок. Она вроде как и белая, но с такими незамысловатыми фиолетовыми полосочками, которые очень красиво подчеркивают ее лепесточки. Такая белоснежная красотка теперь будет украшать мою коллекцию палинопсисов. Цветонос не полностью с бутонами. Но это ничего, это магазинное цветение. Корни, в принципе, есть. Растение я обсмотрела. Есть некоторые пятнышки на листиках. Есть старый срезанный цветонос, что, конечно, меня, как всегда, настораживает. Настораживает почему? Потому что очень много реанимах было у меня именно тех, у кого был старый, срезанный либо сломанный цветонос этой зимой. Но корневая, на первый взгляд, ничего. И в горшке кое-что есть. Вот вид с обратной стороны горшка. Здесь корней побольше. Очень хочется, чтобы эта красотка жила у меня долго и цвела всегда пышно. Больше люблю я, конечно, бабочек, редких валенопсисов, леонтинок я не рассматривала никогда. Любовалась всегда на видео у девчонок, у мальчишек. Но что-то вот душа захотела именно вот такую красивую орхидею. Немножечко не понимаю я разницу между биглипами и леонтинками. Потому что и у тех есть красивые орхидеи, и у этих есть красивые губашистые орхидеи. Я сейчас огромную привилегию отдаю окраскам цветов, которые мне действительно понравятся, которые будут действительно украшать мою коллекцию. Не беру все подряд, а выбираю то, что мне хочется, и то, чего у меня реально нет еще коллекции. Есть у нее одна хорошая почка. Вот она. Вполне вероятно, даст боковое ответвление. Но эта почка так слабовата. Ну, красивая. Как ангелочек. Дело в том, что она только приехала, сейчас она будет у меня вдали от остальных орхидей, в изоляции. Через несколько дней она поселится к остальным цветочкам. Я их ничем не обрабатываю, проверяю грунт, проверяю шею,
Если, конечно, какую-то букашку я замечу, то, естественно, обработка будет иметь место. Если ничего подозрительного я не увижу, то орхидеи я не мучаю. Ну и поливать орхидею я буду не раньше, чем через неделю. Субстрат у нее влажный. Пускай привыкает к нашим домашним условиям. Будем теперь вместе с вами радоваться ее цветению. Цветочки более 7 сантиметров. Вот такая красавица. Всем хорошего настроения, здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!